друзья, привет! Всем привет, друзья! Вы на канале Леди Ди. Сегодня у нас диван с Дианочкой, радостная новость. Мы за кроликом. Да, мы едем за кроликом. У нас будет новый питомец, потому что котенок у нас, к сожалению, про который мы вам рассказывали, он у нас убежал, и мы остались без питомца и решили завести теперь не котенка, а кролика. Так что мы сейчас вам покажем, если удастся снять, как будем покупать нашего кролика. Вот. Ну и потом расскажем все, покажем, что купили, покажем нашего кролика. Мы купили для кролика сено и наполнитель. Уже мы купили, да, сено, уже купили наполнитель, купили уже переноску, с которой мы сейчас едем за кроликом. Ну все, ребятки, давайте, до встречи! Так, ребятки, мы выбрали нашего кролика. Он здесь вот сейчас сидит. Мы ему все уже сейчас выбрали. Корм, наполнители, все, все, все подобрали. Ножнички. Еще такую миску, ребят. Мисочки, покажи, ребятка. Ребят, какая миска. Такая мисочка Диана такая выбрала. Такая миска была у Леди. Да, Диашке нравится этот канал, да, с девочкой, которая, у которой тоже есть питомец кролик, да? У нее два кролика, Эзон и Эльза. Да, а у тебя как кролика ты назовешь? Эльза, да. Только, ребята, пока неизвестно, мальчик это или девочка. Она очень маленькая. Мы думаем, что девочка, и нам говорят, что, возможно, девочка. Ей 2-3 месяца. Она спряталась в домике, пока не вылезает. У нее нас сейчас на шейке аллергийка. Будем лечить ее. Аллергийка на корм. Смотрите, вот она. Сейчас поедет домой наша зайка. Ребятки, вот у нас кролик уже в переносочке сидит. Сейчас мы вам покажем. Лапушка, где ты там? Если вам его видно. Он прячется. Он прячется, пока боится. Ребят, он боится, он весь напуганный. Да. Сейчас мы приедем домой, покажем вам нашего кроличка. Его накормим. Да. Сделаем ему загончик. Да, мы купили ему такой загончик для кроликов специально. Да. Сейчас будем вам показывать. Вольерчик. Да, вольерчик, точно, молодец. Вот дома поставим. Да. Ну все, ребят, сейчас приедем домой и будем вместе с вами обустраивать нашего кролика. Ребятки, мы приехали уже домой. Кролик в переносочке сидит. Кролик вот там в переноске, он пока спрятался, боится. Изонька, Изочка. Диана сейчас нальет водички. Мы купили вот такую мисочку для нашего маленького питомца. Такая миска, такой... Такая же, да, с у нее? Ди, наливай водичку. Кролики очень много пьют. Да. Сейчас мы нальем водичку нашей маленькой. Давай покажем ей, что ты водичку наливаешь. Давай. Эльза, смотри. Диана, водичку тебе. Ты побольше наливай, Диана, целую мисочку. Эльза, иди пей водичку, зайка. Диана тебе водичку налила. Дай еще капельку. Давай. Это мы купили в Икее. Что там у тебя, Диаш? Ну, это сено и наполнитель. Для туалетика, да? Угу. Так, давай покажем, что у нас в пакетике есть. Что нам сегодня, что мы купили сегодня вместе с кроликом в зоомагазине. Еда. Вот такая вот еда. Нам посоветовали ее, потому что у нашего кролика сейчас аллергийка. Угу. Вот, и нам посоветовали вот такое питание. Так, что там еще, Диаш? Вот такие игрушки. Игрушки. Барабанчик. Не барабанчик, а такой. И морковки, вот, да? Да. Вот, вот такая расческа. Вот такая расческа, да? Вот для пушистиков. Представьте, такое прорезиненное, да? А поверни сюда, покажи ребяткам. Вот, для кролика. Вот такая расческа, ребята, для кролика. Для кроликов. Да. Морковки вот такие вот. Еще? Тоже для кроликов. Да. Вот это вот. Это витаминки. Мы взяли сразу нашему грызуну, нашему кролику. Называется поливитамины. Еще? Шустрик. Вот для грызуну. Это, да, это когти сразу вот надо будет подстригать. Вернее, мы нам сейчас в зоомагазине подстригли коготочки раз в месяц. Сказали обязательно. Это для туалетика. А, это нам дали, да, то, что в магазине. Наш кролик пользовался в туалете, да, чтобы она быстрее привыкла, нам дали
ее наполнитель из ее туалета, который был в зоомагазине. Чтобы мы быстрее приучили нашего кролика к туалету, да, Диаш? Так, это что такое? Это камень, да, который нужно кроликам вешать. А, смотрите, смотрите, ребята, она выходит к водичке. Ой, я напугала ее. Давай не будем потихоньку. На, зайка, на, пей, пей водичку, иди сюда. Пей водичку, не бойся. Вот такой камушек мы сейчас тоже покажем вам. Вешается либо в клетку, еще, либо вот в загородку, в которой она будет находиться, и грызет кролик. Чего такой камушек? Это очень полезно для них. Вот такой туалетик угловой мы купили. Тоже чек. Он специально для кроликов. И чек, ребят. Чек, да. Вот, смотрите, вот такой вот туалет. А давайте уже отрежем. Все, Диана, достали, да? Больше ничего нету? Ну, вот все, что мы сегодня купили для нашего кролика. Самое необходимое. Да. Потом уже и будем... Еще вот это. По мере вот необходимости будем докупать. А, и еще мы купили загон. Папа, покажи-ка нам загончик. Вот. Ребят, смотрите, вот загончик. Мы купили еще для нашего кролика вот такой загон, чтобы не в клетке держать ее, а вот такой вот, ну, в таком загоне, чтобы она там бегала, прыгала, кушала, писала, занималась своими делами. Сейчас будем собирать. Ну что, ребятки, вот мы показали нашего нового питомца. Да ты что? Ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наше следующее видео, где мы будем собирать наш загончик и обустраивать домик для нашего нового питомца, для нашего и кролика, которого зовут как, Диаш? Эльза. Эльза, для нашей Эльзочки. Ребята, вот наша кролечка, наша лапушка. Пошла пить водичку, смотрите. Боится, боится. Тихо, Диана, никуда не шуми. Видите, у нее аллергика на шейке. У нашей зайки. Надо ее покрасить. Какая? Сустенькая. Ну ничего, сказали, что скоро все пройдет. Она сустенькая. Хороший корм. Она так, сустенькая. Надо ей корм отдать. Она изучает, изучается, изучает. Тихо, тихо, тихо. Смотрите, ребята. Погладь, погладь. Поползла, поползла, все изучать. Она попила водички немножко, да? Чуть-чуть пока. Пока чуть-чуть.